Итак, у нас сегодня распаковка и обзор настольной лампы InHome, которую я приобрел в магазине Play.ru. Это интернет-магазин, но также можно приехать непосредственно в сам магазин, который расположен в городе Москва, метро Автозаводская. Ссылку на сам магазин я оставлю под видео. Возможно, вам понравятся цены на многие товары и что-то вы себе выберете. Сначала давайте к обзору, то, что у нас есть тут по упаковке, что мы видим. Лампа эта серебристого цвета, предназначена под лампочки с соколем Е27. Лампа данная на струбице, которая крепится к столу очень удобно, либо к другому подоконнику, либо к другому какому-то месту. У лампы есть выключатель на проводе, то есть есть кнопка. И провод у данной лампы на 120 см. То есть достаточно длинный, чтобы его хватило для размещения. Что у нас по характеристикам? Лампочка в комплект не входит, но предупреждение, что лампочки максимальная мощность 60 Вт. То есть большую мощность лучше не использовать, потому что может не выдержать сам цоколь. Так, ну, собственно, открываем данную лампу, чтобы посмотреть, как она выглядит непосредственно. Делаем это достаточно ловко и быстро. Так, это одна деталь у нас. Теперь сам плафон и струбица. Все, в упаковке у нас больше ничего нету. Если мы ее поставим вот сюда, то она у вас мелькала. Так, выполнено, ну, я так понимаю, это пластик больше такой, похоже на металл. Нет, это металл все-таки, да. Выполнено из металла плафон. Струбица выполнена у нас из пластика, но достаточно плотного. Производство, кстати, можно посмотреть, что даже производство город Владивосток. Это поставщик, а производство Китай. Лампа из Китая. Ну, многие товары у нас сейчас нынче из Китая. Это ни о чем не говорит. Это говорит о том, что Китай хорошо все производит. Достаточно в больших количествах. И сама лампа. Ну, давайте ее прям распакуем. На узелок завязано, чтобы посмотреть. А, есть еще даже, это у нас получается паспорт изделия. Ну, по паспорту изделия как раз таки говорится, что в комплект входит светильник, упаковка, руководство по эксплуатации. Но это также и руководство по эксплуатации. Ну, в принципе, с лампой, я думаю, мы разберемся. Пленку уберем. Получается, вот она наша вся лампа в разобранном виде. Лампа разгинается в любые стороны, пружины ее сдерживают. Вот он у нас сам цоколь. В принципе, достаточно хорошо выполнен. Единственное, что надо тут все подтянуть немножко будет. Но, в принципе, это все делается легко и просто. Так, ну, сюда крепится плафон. И вот она наша лампа. Сюда крепится цоколь. Причем можно вставлять и так, и так. То есть по-разному, смотря как у вас стенка либо так прикрепляется. Все, достаточно удобная лампа для настольного использования, да и в принципе для быта.